Так, доброе утречко. Как же я устал тоже от дома находиться. На улице бы выйти погулять. Какая-то у меня странная улица. Такое чувство, плакат снаружи повешали и все. Говорит, ты живи как хочешь. На улицу хочу. Кушать хочу. За продуктами надо сходить. Так, зубы надо почистить. Ладно, потом почищу. Вчера чистил, так что нормально все. Попозже сделаю. Так, не буду сидеть, но в туалете какать нечем просто. Такие дела. Так, что по телеку нового? Замечательно, еще и телек сломался. И чем заняться? Чем заняться мне в этом режиме самоизоляции? Непонятно. Фу, так, пожрать что-нибудь надо. О, нормально, все, надо в магазин за продуктами идти. Куда я без этого-то? Все, продуктов нету, что делать вообще? Все закончилось. Гречка, перловка, вообще все, что было. Ух, может, в чемодане еще осталось? Отлично, отмычка в чемодане осталась. Замечательно. Это если железа, что ли, не хватает? Так кто там, соседи, что ли, ходят? Странно, а почему у меня заперто здесь все интересно? Как мне из дома-то выходить, если у меня все заперто? Так. Странно, а кто мне сделал здесь вход в вентиляцию? Не, действительно, у меня здесь просто находится вход в вентиляцию, который ведет непонятно куда. Мне кажется, это фигней какой-то попахивает. А если ко мне воры заберутся? Ну, заберутся, а что они воровать будут, непонятно. Так, я не понял. Это что, опять старший подъезд Василий здесь все задел, что ли? А мне домой мне как мне на улицу за продуктами идти? Ё-моё. Василич? Смотри, ключ кто-то забыл. Отлично. Меня то есть снаружи взяли, еще заперли. Чтобы не ходил, людей не заражал, видимо. Ух. Ух уж эти соседи-то, а. Молодец, сколько ключ осталось. Так бы я как выходил бы. Что бы я кушал? Василич! Ну что, спит там, что ли? Василич! Ты что спишь-то? Вставай, давай, мне за продуктами надо. Нифига у него здесь почтовый ящик. Василич, тебе письмо пришло. Василич, у тебя все нормально? Ты что валяешься-то? Вставай, давай. Ну, замечательно, как обычно все. И почему я опять дома проснулся? Еще и с отмычкой. Мне что, по новой, что ли, теперь вылазить отсюда? Вы надоели меня домой загонять? Не хочу я сидеть на вашей самой... Мне за продуктами надо, я умру без продуктов. Доставку на дом организуйте тогда уж. Я не знаю, как-то ищите выход из положения. Вообще, какие-то странности творятся здесь. Ты только посмотри, да? Ух, снаружи меня запирает, значит, да? Нафиг я коврик-то свой взял? Ключ надо было под коврик прятать, как раньше всегда делали. Васильич, походу, просто ослеп. Он меня не видит больше. Он вообще не понимает, что происходит. Он со своим карантином, все, у него кукуха поехала. Так, что здесь есть? Генератор. Что-то врубил генератором, нормально. Васильич спит. Леха идет. Все замечательно. Все как всегда. Так. На холодную переключу. Не знаю, зачем я, парень, простой. Извините, занято, да? Ну, ладно. Извините, что побеспокоил вас. Так, эту штуку надо... Ага, как ее открыть? Стой, мне нужно как-то открыть, наверное, эту штуку. Мне вообще много что нужно сделать. Вообще, почему я хожу по квартире у соседа? Может, просто по-человечески его нужно попросить, типа, откройте, пожалуйста. Стой. Вот это куда идет? И что это и зачем? А это куда? Это тоже непонятно. Куда все непонятно, куда идет? Подожди, вот этот кабель. Вот он выходит. Идет. Сюда. Под ковер потом. А, я решетку здесь открыл. Осталось ключ найти. Василич, ты там опять кукухой поехал или что? Ты меня не видишь, что ли? Я что, по-твоему, какая-то шутка? Может, я умер? Может, я так мало ел, что действительно... Я, походу, так мало ел, что меня практически уже нет. Я настолько стал худой, хотел к лету подкачаться, а получилось что? А получилось то, что получилось. Так, заперто, мне нужна карта. Карту нужно как-то разморозить.
Не знаю, Василич бегает. Василич мутится. Тин-тарин, тарин, 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 тарин. Так, давай здесь посмотрю. Здесь тоже ничего интересного нет. Василич еще ставит капкан. Но думаю, что к нему придут медведи. Нет, Василич, медведи к тебе не придут. И выруби телекси, оно там одно и то же показывает. У меня даже капкана его не ловит. То есть у меня настолько тонкая нога, что меня даже капкан не ловит. Так, давай, он там тает, надеюсь. Да, между нами тает лед. Да, я понимаю, это очень старый хит и уже давно не актуален. Странно. У него тоже какой-то странный вид из окна. Вот какие-то странности вот такие вот происходят, вот такие вот странности творятся, между прочим. Не знаю, с чем это связано, но с чем-то это однозначно связано. Василич, ну ты чё, у тебя нормально все? Ты чё, ремонт решил сделать? Так, говорит, ремонт, говорит, здесь сделаю. Здесь обои переклеить, говорит, надо так лампочку поменять. Так, а здесь я что хотел делать? Так, в другой комнате, говорит. Так, ага, потолок так себе. Надо замер сделать. Пойду здесь замерю что-нибудь. Так, а в этой комнате, говорит, что делать буду? Так, не-не-не, надо, говорит, явно что-то поменять. Так, сбегаю за другим рулоном, говорит, туалетной бумаги и обоев, то есть и нормально все будет. Можно я возьму, пожалуйста? Все отлично. Да вы что, издеваетесь, что ли? Не, это даже не смешно. Что это? Я вообще где нахожусь? Я, может быть, умер? Может быть, я реально призрак тогда получается? Почему я лечу в какой-то темноте и непонятно куда? Причем вместе с карточкой. Может быть, карточка меня пустит куда-то? Я просто в пустоте нахожусь. Сейчас еще хоть Дин подойдет, Винчестер. Касси или еще кто-нибудь будет. Ух, что творится-то? Что творится? Так, можно я сюда, пожалуйста? Вернусь. Все, нормально. Буду здесь. Ага. Да, Василич, да ты надоел со своим ремонтом, ты все, он с ума сошел, он стоит, он даже дверь открыть не может, он просто бегает между комнатами туда-сюда, в надежде, что что-то произойдет. Больно же, Василич! Ух, нифига себе, мне чуть ногу не откусило. Было бы фигово, если бы откусило. Подожди, а это что тогда идет? Это между собой что-то соединено зачем-то. А что есть здесь еще, собственно? Тортик есть, можно тортик пожрать, можно не ходить даже никуда, просто покушать тортик и все будет замечательно. Вот такие вот дела. Не знаю, с чем они связаны, но с чем-то связаны. Связаны, развязаны. А смотри, вот он, лом лежит. Подожди, здесь просто лежит лом. Я что, могу просто пойти на улицу выйти? Не, заперто. Нужно, видимо, что-то еще где-то открыть. Не знаю, что и где, но что-то и где-то нужно открыть. Хорошо, что лом есть. Василич, давай думать. Так, вот это откуда и куда идет? Сюда, сюда. А, это то есть оттуда открывается. То есть мне нужно что-то найти где-то у него в квартире, что будет открывать что-то другое. А что? Что здесь можно искать? А! Ну, стой, я попал в 3 штуки из 3, и что? Я выиграл в лотерее золотой ключ. Все, Василич, давай, давай, иди отсюда куда-нибудь. Он вообще ничего не соображает. Не, ну здесь заперто. Значит, здесь нужно еще куда-то попасть. Я только не могу понять, куда. Куда здесь еще... Так я же до этого делал то же самое. Василич, какая-то фигня происходит. Непонятная фигня происходит. Так, карточка, отлично, у меня есть карточка. Нифига себе. Это что? Что за секретные проходы Василича? Я что, в матрице, что ли, в какой-то? Или что? А это куда?
До больнички довезете за сотку или нет? Это какое-то издевательство надо мной, над моим разумом. Что это за дорога в никуда? Здравствуйте, а зачем вы там стоите? И вы, кстати, горите. Видимо, дела у вас огонь творятся. Ух, что ж такое происходит-то? Очень странное местечко. Кто-то лопату там оставил. Я что-то вообще, видимо, в этой жизни не догоняю. Прям чуть-чуть. Самую малость. Чё, пройти никак? Видимо, пройти никак. Вот такие вот дела. Ты... Ага, вон, когда это все дело работает. Отлично, Искусин. Значит, все, я стал призраком. Все, я призрак, меня не существует. Так, все, я там открыл или не открыл, или что? То есть, все, я могу пойти на выход, или я не могу пойти на выход? Вот в чем вопрос, как говорится. И почему я стою на месте и обсуждаю? Все, то есть, я думал, здесь продуктовый будет, а здесь все, просто белый свет в конце туннеля. Все, замечательно. Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, я был Леха Смет, и продолжаем перепроходить старые моды. Ребят, кстати, кто шарит, напишите, почему у меня очень часто косяк в стендалон режиме, что сосед меня не видит. Если я его как-то трогаю, то у меня, соответственно, вылетает. Я уже задолбался, я не знаю, как решить эту проблему. Я уже и плагины все отключал, уже и переустанавливал. В каких-то модах есть такой косяк, в каких-то модах нет. Я так понимаю, это все-таки зависит от мододела, ну, как я думаю. Ну, потому что, ну, а как еще? То есть, если в моде не работает, то не работает, а во многих работает и работает. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, с вами, как всегда, был я, Леха Смет, и пишем в комментариях, что сегодня еще хотите увидеть. Могу даже шоу хриплых вам выложить новую серию, она есть, в заначке у меня лежит, есть, вот прям есть, прям вот, ох, как она есть-то. Все, давайте, всем удачи, пока, ребята, увидимся. С вами, как всегда, был я, хриплый. Ну и чё сидим, кого смотрим? Лайк быстрее жми, давай к следующему ролику переходи. Он хриплый, глянь, прикольный выпуск был.